once in 2 months. The bait? So close. Oh, he's got it. Does he have it? I think he needs one more attack, though. Oh! Oh my god! Oh! Oh my god! Miracle Senpai, let me please fuck you. Yikes, I mean... Перетянули. Ой, прошу прощения, там Энвис, блин, доиграл. Ой-ой-ой, Сайленс на Пака. Пак умер. А Бет разваливает в соло. Ну да, дали ему героя, наконец-то. Хорошего героя, да. Вот еще можно Куру попробовать забрать, есть ультимативно от Матумба. И вот он как раз Кенви с блинкдаггером прыгает прямо сюда. Куроку сейчас погибнет. Двойник его, да. Опять в никуда. Сплиттер в очередной раз. Проблем теперь у Джаш. У Матумбы хорошие шарды. По-моему, избиение сейчас пятерых мужчин происходит на базе команды Liquid. Ультракил. Ну что, рампажечку? Рампажечку! Да есть же! Рэмпейдж от Абата. Отлично. На 18-й минуте с половиной. Ну... Давненько не было такого, на моем веку, по крайней мере. Oh shit, I'm sorry. Oh, not again! Not again! Miracle! Oh. Don't do this to us. Another kill? He looks pretty dead to me. They're actually winning. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Oh, oh! I wouldn't have died this, Malefic. Dude, that's literally, that's not even a song. Happy anniversary. We're gonna play that. Dire's bottom barracks are under attack. Dire's bottom barracks has fallen. They're adding the trees are twice as strong, BTW. Oh my god! Oh my god, that's disgusting. Disgusting. Шейкер сможет ворваться, Шейкер занимает позицию за спинами своих тиммейтов. Бэтрайдер полетел, по-моему. Да, Бэтрайдер полетел. Видит все, но ему не дают ворваться. Это уже будет минус Рошан. Ворваться нельзя, потому что стоит ракетка. Кидает банку. Идет вся команда, и Роджер прыгает, но Хроносфера ставится. Рошан, Рошан еле живой. Рошан, кто же заберет его? И в итоге Рошана забирают. Виртус.про накрадет папарацци Аегис. Продолжается драка. Пока не погиб никто. Потрачено много кулдаунов. Деспрофит только сейчас подрубает экзорцизм, но она очень битая. Деспрофит еле живая. Гирокоптера хватают. Фенрир. Фенрира нужно убить. Фенрир все еще живой, Ори. Все еще отхиливается, поднимается. В Юл, Паша очень мало хп остается, Паша уходит на лоу хп, Ори погибает, минус 2 в исполнении команды Virtus.pro, Нуан делает минус 3, нужно догонять еще, следующий Ланем тоже вряд ли отсюда уйдет, Ланем пытается убежать от Рамзеса, но Дигенаура работает и Ланем погибает, минус 4 в исполнении Virtus.pro. Ну а Егис да, все-таки вот эти вот. Да, хорошо. Это действительно немаловажный элемент геймплея. Папарацци берет блинкдаггер. Будет пытаться ворваться первым, что в этой игре является одним из важнейших элементов. И Вич Гейминг выходит дефить вышку. Не знают про блинкдаггер папарацци. Ставится вард. Папарацци готов прыгать. Папарацци ждет, чтобы его не глимсанули. Варлок, нападение на него. Будет прыгать папарацци. В Омнина это стан. Мека, блэкхол в это время. Омнина это подхиливается. Но очень много урон в него залетает тем временем. Ну, на жали. Неплохие крапасы. Паш все еще жив. Папарацци. Папарацци могут забрать. И Лаван тоже погибает. Папарацци. Последняя тычка. Да, папарацци минус. Это минус 3 в исполнении Virtus.pro. Они гонят 4-го. Ори на симфонах живет. Погибает Ори. Это минус 4. Несмотря на Black Hole и Blink Dagger, папарацци Virtus.pro выигрывают эту драку. Так, ну первое. Сейчас. Нет, это будет минус 5. Ланем тоже никуда не уходит. Пытается он что-то сделать с Нуном. Нун получает репел. Минус 5. 3600 урона нанес гирокоптер. О май гад, why is this a feature in Dota 2? That was if hilarious. You click on someone else's portrait, then you blink towards them. Yes, but he clicked on his own. What? So he blinked on top of himself, like Zero Range. Got valved. Actually got valved. Oh, my highest net worth hero, I was like that.
My fucking god, man! I never wanna see that again! Oh, dude. Support life. Can't take herself back. Feels bad, man. Oh! What is that play? That's insane! Combination. That combo is crazy, but no one died, yeah! It was kind of bad because... this position did literally everybody. Yeah, but the damage though that came out is crazy. But they kinda, he kind of wanted them... the TB to be able to hit him though. Paparazzi? My HP now, fuck your shit! Benz MVP of ESL1 Katowice 2018. Ladies and gentlemen. Два овники должно быть. It's Roger! Роджеру отдали. Это жестко. Роджеру отдали. Аплодирую стоя всем, кто выбрал Роджера, действительно достоин. Нет, но вам Мерседесы начинают выигрывать саппорты пока Virtus.pro. Это, кстати, очень приятно, что оценивают вклад именно саппортов в победу. So Roger is the MVP, the Mercedes-Benz MVP. He gets that rather fabulous trophy. Вот и мир признал. I'm gonna kill them all in 3 seconds. Give me 3 seconds. Give me 3 seconds, buddy. Wow. We're all Dota, boys. There's a bat, he's got, he might jump you. Or me. Not sure, actually. Well played. Nice. Блять, да кого, что ты нахуй делаешь с этими руками? Не кидай, пожалуйста. Ебальник свой накрой. Спасибо. Ладно, ты нам еще брат. Даун. Using her. Can we go smoke bot together? Yeah. Woo! Got him, boys. No!